Мы имеем даймондовый квик. Тима пидоров, что отдаются по одному вражеским снайперам, как портовые шлюхи. Что же делать в такой ситуации? Пиздить команду врага в соло, ногами пиздить, блять. Часы, проведенные за унижением нубов в серебре, не прошли даром. Теперь я знаю, как сделать 3-4 убийства в соло. Ранг не важен. Перед турелями на респе все равны. Выиграть столько времени, сколько это возможно, уйти на новый рубеж обороны, сдать ульту ради пары убийств, что также выиграет кучу времени. Теперь вы знаете, как тащить любую тиму практически в соло. И да, не повторяйте это в ранкеде, вас забанят за тролльпик. Надеюсь, гайд был полезен. Отныне вопрос, как поднять ранг, можно считать исчерпанным. Всего доброго и до новых встреч!